Погода опять дождливая, но солнце сквозь капли светит, а я такая счастливая, счастливее всех на свете. Иду на работу с радостью, как будто на светлый праздник. Смеетесь над этой фразой? Поверьте, совсем напрасно. Работа моя, как солнышко, светит мне и людям. Выплесну душу до донышка, мне в 10 раз прибудет. Вхожу в свое царство книжное, хранительница вселенной. Весь мир пред собою вижу я, но мир не подвластный тлену. Здесь двери открыты каждому. Пожалуйста, заходите, все лучшее, нужное, важное. Берите, читайте, любите.